конце прошлого года на красной дорожке премии «Золотой граммофон» Сергей Лазарев отказался сделать совместное фото с Анастасией Волочковой. Грубый ответ артиста задел балерину и вылился в настоящий скандал. Певец рассказал, что не хотел обидеть Анастасию. Как всегда, ситуация яйца выеденного не стоит. Это была красная ковровая дорожка. Передо мной была Волочкова, которая ходила по красной дорожке туда-сюда. Она меня видела, там не было никаких желаний со мной сфотографироваться, объяснил Сергей в рамках программы шоу «Воли» на ТНТ. Лазарев пояснил, что был вынужден ответить отказом из-за нехватки времени. В тот момент артисту нужно было готовиться к выходу на сцену. У меня был один из первых номеров, я должен был бежать, полностью переодеваться. Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами меня спрашивает Настя, это было сделано тихо, можно с тобой сфотографироваться. Я сказал, Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь. И я убежал переодеваться, обрисовал ситуацию Лазарев. О том, что его отказ обидел балерину, певец узнал уже позже. После того, как я выступил и получил награду, журналисты, почему вы отказались фотографироваться с Волочковой? И начали из этого какую-то историю создавать, вспомнил Сергей. Больше всего Сергея удивили публичные заявления самой Волочковой, которая лишь подлила масло в огонь. И вдруг потом Настя комментирует, он отказался, сказал, я не буду с тобой фотографироваться. Не знаю, что такое, рассказал Лазарев. Сергей заверил, что сейчас его конфликт с Волочковой исчерпан, а отношения налажены. Она говорила, что не любит меня, и вообще я зазнался и завидую ей, а уже через какое-то время она меня вновь обожает, заявил певец. В заключении ведущий шоу Павел Воля предложил Сергею сделать совместное фото с картонной фигурой Анастасии Волочковой в шпагате. Певец ответил согласием и попытался пристроиться к балерине с разных сторон, и даже взял ее на руки.